Наша замечательная юная российская пара Любовь Илюшечкина и Дадари Майсурадзе. Блестяще выступали они в юниорских соревнованиях. В прошлом году были серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров. Мы с волнением ждали их дебюта на первом взрослом европейском чемпионате. Надеялись на их успешное выступление, но они превзошли все наши ожидания, в итоге став пятыми. Пятое место для дебютантов – это огромный успех. Ну что ж, можно только приветствовать, что для своего показательного номера наш дуэт выбрал знаменитую композицию группы Queen «Мы чемпионы». Как говорится, так держать. Любовь Илюшечкина, Дадари Майсурадзе. Надо еще добавить, что их пятое место на первом чемпионате Европы было отнюдь не случайным, а более чем убедительным. Но вот достаточно сказать, что они опередили итальянцев Николь Делла Монику и Яника Коккона, которые заняли шестое место, на 12,5 баллов.